лента. Не, Влад, телефон. Стюай. Ну сюда поверните. А то вы. Брат, Юра, возьми. Тихо-тихо, братец. Отпустим тебе сам. Сфотографируй на фото, Алексей Сергеевич. Да я первый. Смотри туда. Щелкунчик. Ну, сказать, только смотри, когти острющие, неимоверно. Сейчас бьем. Ой, смотри, как что он делает. Какая сила у него. Вот. Цепился. Да с той же ждет. Отсюда. Ой, вон, какая вон, сила. Иди, отсюда. О, хороший снимешь. Вот его снимешь. Держи так. Да. Юра, скажи. Слушай, Юра, такой же с тобой месяц получился вообще. А Мара что-то сразу. Он на дороге сидит? А? Ну, он на веточке сидел, не, я на его веточке поймал. Сидел. А он в нем не летает? Да, он летает, же еще младенец, он еще птенец. Мать его здесь. Стёва. Валентина ехала. Стёва, брат. Эх ты. Сама. Ну да, еще у него не верит. А сила у него какая в лапах там, какая. Ух, острющая, как иголки. Юр, поверни ко мне его. Смотри в камеру. Да. Эх, какой фильм, смотри. Вот это снимки. Да, вот. А меня там ехать как с фотографией? Давай, Александр, есть. Нет, давайте я возьму на руки. Возьми. Ну ничего, ты это своими клювом все. Давай. Вы с плотями, да? А? С плотями? Нет? Нет, да. Ну да, мы с мастером. Нормально, Александр? Ага. Сила? Нет, ну, пойдем я вот, а вы покажите. Ой, брат, сделай это, я включу его. Вот, фото включи там внизу. Главное, он сейчас отправится. А, ну давай, смотри. А пока есть время, вон, стоит пока. Хочу его до света. Мое лицо, что видно, что я не хочу. Нет, давай это сопрятие. Да не. Так, чтобы это видно, что это я, что я его делаю. Чуть подать. Не, не наоборот. Ага. Телефон что хочешь приблизить. А, повернись только его так. Вот так. Во. Ага. Все. Покажите, Сергеевич. О, скиньте, скиньте, ну, отлично. Все. Ну ты что кусаешься, кусочек. Ладно, ну все. Защищается. Клади его. Поехали, давай, через дорогу в машине. Все, слава Богу за все. Аллилуйя.